мои хорошие, пирожки с мясом. Ребята, довязала я себе кофту. Я ее вязала на спицах, ну, таким простым узором. И потом решила ворот обвязать крючком, пышными столбиками. И захотелось мне украсить цветочками из пышных столбиков. Ну, захотелось женщине цветочков. Захотелось, сделаем мы тебе цветочки. Украсила ими рукава и здесь впереди. Конечно же, у меня есть еще цветочки связанные. И украшу я дальше, посмотрю, сколько мне нужно их. Может быть, еще довяжу. В общем, работа, можно сказать, закончена. Осталось мне чуть-чуть. И что? Нужно простернуть, и можно будет носить. Есть у меня идея, и мне для этого нужен бабушкин квадрат. Называется это плотный бабушкин квадрат, который вяжется крючком. Осталось у меня очень много шерсти, и из этих остатков, в общем-то, ничего не связать. Поэтому будет такое разноперстие, будет еще и голубой цвет. Ну, какие у меня есть. И я решила сделать чехлы на подушки, на диван, в маленькую комнату, в бюро или гостевую. Когда у нас приезжают наши друзья, там они у нас ночуют. Это ихняя комната. Вязать очень нравится. Вязать быстро, доставляет огромное удовольствие. Так что увлеклась теперь этим. Навязать мне нужно еще много, и когда будет готово, конечно же, я вам покажу. Эту курочку мы называем американская курочка. Она произведена в Германии, но, видимо, по американскому рецепту. Когда ее распаковываешь, она в мешочках, разные части курочки, и я ее выкладываю в духовку. Я только что на этой бумаге выпекала брецели, поэтому сверху положила просто курочку. Ну что ж, я свою работу сделала, распаковала, разложила, а дальше работает моя духовочка. Вот она, любимая наша немецкая выпечка, брецельн. Есть в упаковочке соль крупная, когда они свеженькие, их обмакивают в соль и потом в духовочку. Но мы кушаем без соли. Любим кушать с маслицем. Отрезаешь, мажешь маслицем. Ну, как сказать... Вкусно, конечно. Все у меня тут жарится, варится. Здесь для Леушки курочка. А нам я жарю картошку. Валюша нас угостила грибами. Я их пожарила отдельно. Пожарила картошечку. И сейчас перемешаю со свежими жареными грибочками. Грибочки с луком. Сейчас я перемешаю. И одно хочу вам сказать. Аромат на всю кухню просто обалденный. Простая вкусная пища. Что может быть вкуснее?
Все у меня тут готово. Валюшенька, золотая моя, спасибо за грибочки. Салат я сегодня делать не стала. Маленькие помидорчики, редисочка и соленые огурчики. Курочка для Левушки готова. Сейчас я ее разделаю. И нам еще положила Иванушке и нам грецкие орешки. Нюшенька шуршит, шабуршит. Положил еще флипс и чипс с шинком. Вот она, курочка, красотулечка. И что я вам хочу сказать? На кухне я отстрелялась. Сейчас уберу творческий беспорядок, и мы будем ужинать. Если вы садитесь кушать, я желаю вам приятного аппетита. Мои хорошие, пусть сегодня будет просто хороший день. Душевного вам тепла в эту осень. Погода, она в нас, а за окном лишь время года. Огромное вам спасибо за внимание, что были с нами. Я вас обнимаю. Чус. Пока.